голубая роза на синем фоне. Замалевок чищу и промасливаю льняным маслом. Кисти белка. Номер 7. И набираю ультрамарин. Второй план. Розочка будет светлая, поэтому немного краски. Краска такая прозрачная. Ультрамарин, он послабее, чем голубая ФЦ. И поэтому он более такой нежный цвет. Центральную часть. По форме эта розочка очень простая. Кажется, что сложно. На самом деле это много лепестков, как пятилистник малюется. Первый ряд, потом внутри еще один ряд и третий ряд еще вовнутрь. Более мелкие лепесточки. То есть получается у меня три ряда лепестков один в один вкладывается. И немножко беру краплака для цвета, да, и теню чуть-чуть внутри. Можно немного еще с одного бока чуть-чуть дать цвет. И не моя на эту кисть набираю белила плюс ультрамарин. Красочка внутри должна быть. Немножко нужно постараться. И я начинаю с первого ряда. Добавлю еще немного ультрамарина, сделаю чуть потемнее. На второй план еще темнее. Все направление вот сюда, вот под коробочку к ножке. Краску на второй план не набираю. Thank you.
чуть светлее. Второй ряд. Здесь такой лист будет с загибом. И небольшие лепесточки в центре. Теперь беру кисть номер 6 на обликовку и набираю чистые белила. На бочок на левый чуть больше белил. Теперь на правый бок. Кисть я собрала чуть поуже и небольшие загибы на втором плане. Еле касаясь поверхности, чтобы мазочек был более мягкий. И теперь на передний план можно побольше взять краски.